Я искала любовь. Искала того, кто поймет меня. С кем можно будет всегда оставаться самой собой. И я нашла его. Только нашла не в реальном мире, а в виртуальном. Я не знаю о нем ничего. Кто он? Как его зовут? Какой он на самом деле? Я знаю только одно. Я люблю его. Каждый из нас иногда бывает одинок. Каждый из нас ищет свою судьбу, свою любовь. И нет разницы, где ты найдешь ее, в виртуальном мире или в реальном. Потому что виртуальной любви не бывает. Любовь всегда настоящая. Ведь все мы, сидящие за мониторами своих компьютеров, совершенно реальны. Реальны наши слова и чувства. Любовь вырывается из виртуального мира, чтобы стать единственной реальностью для тех, кто любит. Я люблю.